сказали мне, что ты себя вела хорошо в этом году. Я тебе принес подарок. Смотри, какой. И с Новым годом. Сладкие подарки и поздравления с наступающим Новым годом. Для двухлетней Полины Слуцкой это первое знакомство с Дедом Морозом. Мама девочки Екатерины всего лишь позвонила в социальную службу и хотела узнать про елку для детей, а получила и билеты, и артистов, и подарки. Мы очень рады и счастливы. Эмоции нас переполняют. И спасибо большое администрации. Нам очень приятно. Полина – солнечный ребенок. Несмотря на особое развитие, уже в 2 года она умеет считать и хорошо контактирует с окружающими. К таким детям, а также к ребятам из многодетных семей, работники социальной службы будут приходить все праздники. В новогодние праздники мы стараемся практически ежедневно поздравить кого-то из детишек. К нам приходят, обращаются непосредственно в управление социальных коммуникаций. Мы их также будем поздравлять 23, 24 и 25 числа, выдавать подарки деткам из многодетных семей. В этом году в Химках для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов приготовили 2000 подарочных наборов.